Анонс и дата выхода 88-й серии турецкого сериала «Клятва». 88-я серия сериала «Клятва» выйдет в эфир 2 октября 2019 года. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Керем пришел к Эмиру и рассказал ему о том, что произошло между ним и Рейхан. Керем был сильно удивлен тому, что его друг ждал этих самых слов от жены уже долгое время, но в ответ ничего не ответил. Эмир же сообщил о том, что он был застигнут врасплох и не смог дать ответ. Ему нужно время для того, чтобы все обдумать, и тогда он уже готов будет принять окончательное решение. Помимо этого, Керим начал высказывать свое мнение в отношении Джимре и сказал, что не сомневается в ее виновности, и именно она старается подставить Рейхан. Рейхан также рассказывает Нарин, что Эмир ничего не ответил, а просто продолжает смотреть ей в глаза, и теперь она не знает, как с этим жить дальше. В этот момент в дом приходит настоящая мать Масал и начинает спрашивать про нее. Нарин знакомится с названной гостьей и представляется супругой Кемаля, что сильно удивило женщину, ведь такого поворота она никак не могла ожидать. В этот момент близкая родственница Эмира говорит Рейхан, что ей очень подходит материнство, и Эмир отвечает, что это ее судьба. Эмир хватает Рейхан за руку и говорит о том, что он намерен забрать ее домой. Джимре стала понимать, что теперь она уже ничего не сможет сделать, чтобы завоевать Эмира, ведь в его доме ей больше никто не верит. Напомним, 88-я серия выйдет в эфир 2 октября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за лайки и подписку.